вопрос к вам. В интервью «Новой газете» вы сказали, что генпрокурор Луценко, я процитирую, допустил утечку о присутствии и роли Вороненкова в Украине. Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду? Получается, что украинские силовики сами фактически объявили место пребывания Вороненкова и степень его важности? Я вообще даже удивляюсь, как вы все время хотите заниматься самоедством и говорить о профессионализме и непрофессионализме ваших правоохранительных органов. Мне кажется, что надо порадоваться, что так быстро появилась информация о личности убийцы, и отдать должное героизму охранника, который смог убить киллера, и тем самым и сделал доступным эту информацию. Все-таки, когда есть точно установленная фамилия, дальше его пробить через всю агентурную сеть, это не такая... Илья, просто понимаете, нам и вам с нами еще жить в этом городе. А в этом городе с интервалом раз в несколько месяцев, к сожалению, происходят вот такие страшные, ритуальные, я бы даже сказал, убийства. Извините, это была просто ремарка. Продолжайте, пожалуйста. Я с вами абсолютно согласен, просто находясь сейчас в постоянном контакте с правоохранителями, я хочу сказать, что действительно вот это дело, в отличие от дела там Шеремета и так далее, расследуется быстро. И я думаю, что очень скоро мы будем знать абсолютно точно всю цепочку, по которой принимались эти решения, но, к сожалению, вплоть до границы Российской Федерации, потому что там уже, соответственно, начинается другая юрисдикция. А то, что касается господина Луценко, то действительно там сам Денис про это говорил. Информация о том, что он дает показания по делу Януковича, она появилась достаточно рано. Предполагалось, что эта информация появится тогда уже, когда это будет судебный процесс. Но я, поскольку сам давал показания по делу Януковича и тоже Юрий Витальевич